Институт дизайна и пространственных искусств был открыт совсем недавно. Команда полностью отстроила и расширила современные направления в области пространственного проектирования, графического и промышленного дизайна. Сейчас в институте ведется подготовка на уровне среднего профессионального образования по направлению графический и предметный дизайн, по 7 направлениям бакалавриата, по 3 магистерским, а также в этом учебном году будет открыта аспирантура. В первую очередь, чем отличается бакалавр, да, от магистров? Это в первую очередь умение аналитически мыслить, да, это умение исследовать работу, то есть это по факту они могут быть как и исследователями, да, конечно, это могут быть и преподаватели, но в первую очередь это, конечно, руководители. Это руководители творческих, назовем их так, предприятий, бюро, да, которые умеют не только владеть не только техническими навыками, но и умеют придумывать, анализировать, решать более сложные проектные задачи. В аспирантуру не обязательно идти с профильным образованием, да, но мы ждем студентов из других вузов, то есть к нам поступают, по крайней мере, на бакалавриат и в магистратуру, к нам поступают студенты со всех регионов России и мира. Вот. Посмотрим, кто в этом году к нам поступит. Архитектор, дизайнер, искусствовед, скульптор, художник – это всегда про творчество. Все перечисленные профессии требуют от своих представителей особого подхода. Воображение, умение видеть и создавать красоту вокруг себя. Особенным является то, что в институте практика равносильна теории. Это понятно еще с самого начального этапа – творческого испытания, рисунка. Экзамен проходит летом, но подготовку к нему следует начать заранее. Различные виды подготовительных курсов, проводимые в институте, направлены на подготовку к поступлению и учебе в нем. Важным является и то, что во время обучения в зданиях EDP учатся студенты разных профилей, что, конечно, обогащает образовательный процесс и выстраивает коммуникацию между ребятами с перспективой на будущие совместные проекты. Наш институт, он такой многопрофильный, и каждый студент здесь для себя найдет, ну, скажем, что душе хочется в плане творчества. То есть у нас абсолютно мы сейчас укомплектованы, по сути, почти укомплектованы теми направлениями, которые мы хотели. Да? То есть по факту, чтобы создавать полностью, назовем его так, тотальный дизайн вокруг человека, пространства человека, во всех его проявлениях. Да? Вот. И на сегодняшний день каждый студент может для себя определиться. Да? То есть после поступления студент будет иметь возможность перехода, да, на другие направления эта возможность такая есть. Институту удалось стать одним из узнаваемых и создающих различные проекты в сфере дизайна. Преображение бизнес-залов Международного аэропорта Казань имени Габдуллы Тукая, реставрация молодежного центра «Вертолет», проект по развитию исторического поселения Елабуги. И это далеко не все. Преподаватели, аспиранты и молодые специалисты, практикующие архитекторы и сотрудники компаний, являются носителями передового знания. Они активно помогают студентам в реализации и продвижении их проектов. Поэтому ребята регулярно участвуют в российских и зарубежных конкурсах, проходят творческие практики, посещают конференции и форумы, в том числе в других городах и странах. Дизайн-проектирование – это такая очень междисциплинарная профессия, которую нужно учитывать не только там пол, потолок и стены, но и какая мебель будет стоять, да, в этом объекте, в какой одежде будут в этом пространстве находиться люди. Да? Ну и, собственно, как будет выглядеть снаружи здание, и для кого оно будет создаваться. Мы максимально стараемся студентов приобщать к производству. Да? То есть, если вы даже заметите, практически 90% наших магистерских работ, они практикоориентированы и уже имеют результат. Здесь ты точно сможешь найти подходы к реализациям своих идей. Уникальная атмосфера творчества и инноваций, опытные преподаватели, современные технологии и оборудование. Все это позволит стать настоящим профессионалом в своей области. Не упусти возможность стать частью креативного сообщества Института дизайна и пространственных искусств КФУ и начать свой путь к профессиональному успеху. Открывай новые горизонты в мире дизайна. Кристина Отекина, Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости.